2020 года. Утро начнется примерно в половине второго. И та, что просыпается рядом со мной, посмотрит на меня и покачает головой. Второго, ноль второго 2020 года. Позвони на работу, скажи с ней здоровой. Мы вытряхнем окурки, приберем со стола, и все, что нам осталось, разольем пополам. Второго, ноль второго 2020 года. Выпадет снег, нарушая законы природы. Когда-то мы с тобой считали, так долго не живут, но дай бог к тому моменту закончить институт. Второго, ноль второго 2020 года. Радиоволна донесет хиты до народа. А мне будет наплевать, мне уже 45. Я, вероятно, разучился и читать, и писать. Не говори, все врут календари. Несовершенны времена, но каждый день неповторим. Карпе дием, карпе дием. Будет с нами в феврале 2020 года. Не знаю, долгие планы не наша метода. Но давно отмечен в моем календаре хороший повод встретиться в феврале 2020 года. Двадцатого года.